Топора нет, ладно, мечом. Мечом тоже эффективно. Блять. Я иду за вами, тупое дерево. Землей тоже. Вот для чего был нужен меч. Чтобы быть то... Чтобы... Заменять... Сука. Не, ну... Кирпичный, я не знаю, но... Напишите в комментарии, какой лучше будет пол. Я просто не знаю, какого вы сделать, потому что я только еще начинаю. Так что напишите в комментарии, как лучше делать мне пол. Потому что я точно вы сделали здесь из деревян. Пол, мне только один вопрос, как сделать мне пол. Скажите мне, как лучше сделать пол, какой свет. Бамбук у нас уже вырос, да, детка. Конечно, я сейчас неправильно все делаю, потому что надо его срывать, когда он уже тройного, третьего уровня, когда у него уже три или там четыре. Но сейчас пока нет. Сейчас давайте поспим. Нет, я уже, наверное, не успею. Зик! Успел. Даже прибавил чересчур сильно. Так. Сейчас я вот так кости размяну. Ой, так, кости размяли себе. Так, все еще работает. Давайте сейчас пойдем собирать кирпичный домик. Ну да, мы сейчас уже конец уже серии, подканчиваем уже все. Заканчиваем снимать. Сейчас мы тут. Кирпичи уж так уж немного, да, хоть чуть-чуть. Блять. Потому что, ну я очень вас прошу, чтобы вы мне написали, как лучше мне сделать дом из пола, потому что я сам плохо еще майнкрафтер. Ну я точно сделал дом из кирпича, потому что это куда красивее. Просто вопрос в том, что... О, ёб твою мать! Ухи! Ухи! Пиздуй, взорвись, сука! Е, спасибо. А ты тоже пиздуй. Все, ты мёртв. Мне опыт был и нужен. Затопа нету, и не пиздите. Так, давайте глину соберем. Как раз сейчас покушаем нашу любимую еду. Мы всегда любим кушать грибы. Ну, я не люблю, но он любит. Потому что она восстанавливает до хрена еды. Это же четко. Вот, там тьма уже. Можно снеговика слепить, Нам только осталось найти пекву. И можно слепить снежного голема, который у вас будет дома сидеть. Так вот, хорошо. Покушали. Глину собрали. Ну, а чуть-чуть так вдаль пойдем, чуть-чуть так разведуем обстановку. Потом обратно, блин, соберем чуть-чуть. Так, лучше выполним, потому что так быстрее будет. Я раньше думал, что она кирка собирается. Потом, оказывается, лопаты. Лопаты выгоднее, чем кирка ломать. Я тогда железную кирку ломал постоянно нее. Потом этот один раз заметил парень, лопаты работают. А что, лопаты можно? Ну да. А давай руками его долбасить. Нахера мне нахера кирку ломать так? Эй, давай его руками. Так, у меня скоро 12 уровень. Наверное, к дракону мы будем прокачаны такими, как, вплоть до трусов. Ну, я подготовлю броню сразу. Там мне уже интересно сходить туда. Бамбук. Здесь почему-то свет горит. Так почему? Волк? Кто там есть? А, корова. Застрял, да? Ну, ничего, ничего страшного. Все застреваем. Это естественно. Давайте побегаем. То, что еды у нас есть.
Ну, там пещера какая-то. Там случаем ни хера, блин, был. О, блядь. Заебали мне писать в этот, в mail письма. Ну, не мне, папе. Это заебывает. Я же вам не пишу. Хочешь со мной потрахаться? Хочешь? Флирт, флирт. Хочешь со мной? Хочешь, хочешь? У меня же толстый, толстый. Да. Да, за хуйнику. Я в первый раз с собой соглашусь, я хуйню какую-то несу. Ну, флирт это не хуйня, потому что меня не тут заебали спамить. Еее. О, грибочек соберем. Грибочки, грибочки, такие мы веселые. Грибочки мы тут жрём, и вы силу ходилой. Я думал, зиму дом уже это. Нам бы этот встретить. В доме какой-нибудь. Жители там, не знаю, как вообще далекий ли мир там Майнкрафта. Вот. Так, ну я вернулся уже к истокам. Своего дома. Макс Пейнский прыжок. Я сделаю список к новой части. Вот сейчас буду делать. Так, вот сейчас глянем. Сейчас возьмем железо. И у нас 14 уровень. Это же чёточка так. Чётко. Давайте вот так железо спавим. У нас так уже железо. Это хорошо. Так, это хорошо. Это очень хорошо. Давайте так. Так, вот так все. Спестим их. Глина, земля. Цветочки, грибочки. Ну, мясо ставим. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии. Свои новые задания мне можете отправить. И так. Ну, что еще могу сказать? И всем пока. Всем привет, с вами я, Мазаилс, и мы продолжаем играть в Майнкрафт. Ну, как бы сегодня я в один день тоже продолжаю дальше записывать, просто я долго, пошел снимать Call of Duty, я прошел весь. И, так, источник спускаемся, и сейчас будем дальше продолжать. Хотя, я еще первое видео не выложил, но скоро выложу. Снуга. Нет, ничего. Железом очередь. Так. Давайте сейчас обновление насчет достижений. Диалог. Убить его. Рыбочку. Рельсы. 1 километр за раз. Это возможно. Но мне придется сделать это тяжело, тимит. Давайте сейчас сделаем палочки. Ой, ну ладно. Хотя у нас были палочки, да? Да, были. Давайте сделаем лук. Сменим кашечку. А, да, кстати, я вам еще одну вещь покажу. Достижение выполню, которое я написал. Сейчас, если я открою, так. Не знаю, видно или не видно, по-моему, нет. Нет, не видно, да, не видно. Сделайте. Я Uber Павлов сам написал. Так, я и найду сделать на небрежнике парочную стойку. А, да, сложное чалование, хлеб золотой. Наверное, я где-то не видел этого. Лук, броню, меч, яблоко, карту. О, вот, сделать огромные грибы. Вот, сделать огромные грибы. Так, пробелом отмечу, чтобы не забыть. Так, давайте это и сделаем. Так, давайте сейчас мы начнем делать оружие. Давно тебя не делал железный меч. Так. Кирка у нас есть теперь. Так. Это есть. Так, лопата. И монтировка. Ладно, не монтировка, но тоже чем-то смахивает на нее. Давайте сделаем броню. Сразу на всякий случай пойдем в поход какой-нибудь. Так.
Но мне те случаи эпизода, что себе крипер взорвался. Я бы тогда бы только расстроился. Ну вот и хорошо. Ну я потратил 30 за серебро, все сделал. Сейчас все сложим. На беспорт. А давайте сундуки сделаем еще парочку, чтобы знать, где вещи, где оружие. И таблички пометим. Так, 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 так. Все. Так, 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 так. Так табличка, по-моему, делается. Да, три таблички. Так. Куда поместить бы ее? Вот давайте сюда. Странно, таблички же можно убирать. Так. Как написать-то нам? Оружие. О. Ого-го-го-го-го. Ладно. О. Ру. Жу. Оружию. Ну, давай так и напишем, допустим. Так. А. Я забыл шлем. И меч свой. Оружие. И вот тут еда. Еда. Вот. Это вот это. Вот это я не могу. Это точно никто не забудет. Еда. Давайте все еду положим. Так. Так, так, так. Да так. Всякое. Всякое. Вот все, мы все сделали. Конечно. Я зря потратил. Я не слышал. И не видел. То же самое. Так. Кирпичи у нас еще не готовы. Нет, не готовы. Брать мне их бессмысленно, уголь качается. Надо углем подзаправить. А, мне не надо. Так. А, вот тут тебя, да, мало. Давайте подзаправлю чуть-чуть. Тебе отдам. Так, уже ночь. Карт у нас нету. Да, я как раз сделал ачивмент, который сам себе написал. Только что сам вспомнил. Давайте сделаем лук. Это тоже какой-то там ачивмент. Нет, я его неправильно делал. Он делается, по-моему, вот так. Да, он делается вот так. Ачивмент. 50 метров. Да вы издеваетесь. Хотя я такой ачивмент сделал, но это очень трудно с учетом того, что... А, сейчас где-то на самом. Сделать лук. Так, сделал лук. Один ачивмент выполнил. У себя. А, можно сделать еще один сундук, написать. Ачименты. Но смысла нету. Но лук тоже пригодится, когда будем против зомби драться или против дракона пойдем. Там точно уж понадобится. И много уровня. Ну что ж, давайте возьмем растительные наши. А мне растительные там? Нет. 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 Вот давайте сюда. Костяная муки у меня что, все что ли кончилось? Я просто не вижу. А, вот это можно совместить. Нет, чему-то я не вижу костную муку. Не знаю почему. Я увидел еду. Одно, ну. Так, да. Ага. Угу. Угу, 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 угу. У меня вот меч можно совместить. Деревянный. Деревянный будет как наш запасной. Как всегда любит. А, так, давайте сделаем. Выполним наш ачивмент. Так. Для этого нам потребуется, по-моему, топор. Насколько я помню. Ага, топор у нас есть, но он сломан. Так. Так, это был крипер. No problems. А, он, по-моему, ставится только в тенечке. Да.
Я помню раньше, как ты их сажал. А, надо, чтобы у нее тень была, насколько я помню. Потому что если смотреть, то тут теньки. Она уже не делается, но... Она из-за этого не может сделаться. Может... О, замбятина. Ням-ням-ням-ням, обожаю. Может так землю вскопать? Где у нас солнце? Тут солнце. Так. И... Надо далеко-далеко куда-то залезть. Далеко-далеко. Давайте запрыгнем. Опа, запрыгнули. Да, я... Сейчас. Так, так, так. Так. Слишком маленько получилось. Ауч. Ну, я не знаю, как растить их, потому что я как-то растил их и забыл. А, просто беру так, запрыгиваю, хоп, ставлю. Грибочек. А можно на какую-то специальную землю? Потому что я не помню. Наверное, какую-то специальную землю, потому что у меня не получается. А, ладно, попозже сделаем тут. Чимит наш. Потому что я... Разруливает все. Овечка! Нет! О, черт, я убил овечку, вот сволочи. О, черт. Плохо скушал. А можно тут получится, если... Да. А, нет, нет, не получится почему-то. Хех. Так сказать. В общем, я забыл, но потом как-нибудь вспомню. Ладно, я вас заберу. Хотя, наверное, больше так нельзя делать, потому что я не могу ничего сделать с ним. Ну ладно, давайте все положим. Ну, это, наверное, возьмем с собой, потому что они тоже сюда относятся к этой категории. Землю, грязь. О, да. Ура! У нас есть половина хлеба. Теперь сидели еще. Так. Окей. Мне осталось найти арбуз и еще пару вещей. Так, я кушаю чуть-чуть. Ладно. Так, надо взять с собой еду. Потому что сейчас мы пойдем в поход. Угу. Угу. Давайте чуть разведаем, что там есть, потому что я возьму тут чуть-чуть. А, да, зомбятина попалась хорошая. Я надо пап. Нельзя так взять и просто скушать зомбятину и прячь, попробовать ее вкус. А, я же забыл, у нас здесь лестница есть. Но я забыл, в какой стороне. Но. А, вот. Ну, мне бегать долго. Так что я сейчас правильно сделаю. Так. Они здесь могут заспавниться. Так, поставим. Так, и пошлите. Ох, штыш, 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 штыш. Так. Тихо. Уголь. Уголь. Опыт. Экспо. А, экспо 15. У нас как раз кирпичи дома. Ну, так, я не буду собирать ее. Зачем мне? У меня она есть. Так. 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 А надо обратно еще путь делать, чтобы я смог выбраться. О, нет, я остался здесь навсегда. Не. А, мне тут нужна кирка. Запасная кирка. Всегда понадобится теперь в бою. Я не знаю, почему здесь дерусь. Ну, тебе просто понравится. Так. Сейчас сделаю так, здесь секундочку. Так, так. Ого.
А, можно и по воде спускаться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нравится мне эта музыка. Обсидиан. Обсидиан. О, факел. Факел. Не...